В Пенсионном фонде страны рассказали о повышении пенсий. Так, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысятся на 7,5% или в среднем на 1000 рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России на расширенном заседании правления фонда. Тем, кто уволился в новом году, пенсии тоже увеличат с учетом всех прошедших за время их работы индексаций. После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если среднегодовая пенсия россиянина в этом году составляет 14,4 тысячи рублей, то в следующем году вырастет до 15,4 тысяч. Также в новом году увеличатся и социальные пенсии, и другие в рамках государственного пенсионного обеспечения на 2,4%. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.